Ну, молодец. Дырсу, дырсу! Ты как медведь! А ну-ка! Лето кончай, капитан. Осень приходи. Да, хорошо. Чуть-чуть левее. Чуть-чуть левее. Так, хорошо. Так. Приготовились. Внимание. Снимаю. Хорошо. Тортыгин, иди сюда, теперь ты нас сфотографируешь. Вот здесь, наверное, да? Самые радостные воспоминания о Дырсу связаны у меня с началом этой осени. Что это с ним? Амба. Слушай, Амба! Солдаты ружье стреляют! Твоя, уходи! Уходи! Что моя делает?
Амбу убивай. Тигр убежал, он остался цел. Нет, Амба всегда бежит, пока не умирай. Моя теперь шибко боится. Не бойся, Дерсу. Ничего тебе мертвый тигр не сделает. Конька сделает. Другую Амба посылай. Коньга – это лесной дух, которому поклоняются гольды. С этого дня Дерсу переменился. Стал угрюмым и раздражительным. Что твоя делай? Этот знак говорит, женщин здесь нету. Твоя ломай. Люди, женщин ищи. Зря работай. Твоя плохой люди. Все был, в реку сиганул. Все был. А у меня случай был. Зачем мясо огонь кидал? Мясо огонь бросай, пропади. Завтра нашу уходи. Туда другую людь приходи, мясо увидим, кушай. Да кто сюда придет? А кто приходи? Кто? Борсук приходи. Росомаха приходи, ворона приходи, мышь приходи. Тайга разные люди есть. Добрый вечер, Дерсу! Здравия желаю, говорю! Осень в Уссурийском крае короткая. Сразу наступают холода. Я стал готовиться к зиме, распорядившись отправить всех коней и часть команды к заливу Ольги. Пахнет. Люди есть. Какие люди? Кабаны. Ничего не чувствую.